Так, мы едем в далекие края. Еду в автобусе, потому что не успеваю, автобус переполненный. Ничего не видать. Ну, надеюсь, что успеем. Ладно, все. Дальше. Вот эта машинка. Вот это классная тачка. Ничего не сказать. Красный свет. Так, я вышла из автобуса, тут такой гул. Дорогу перекрыли, идем пешком дальше. Ну, народу много, значит, не так уж я и опоздала. Ладно, смотрим, что будет дальше. Тут у нас ветераны идут. Вон некоторые с плакатами. Да, классно. Народу-то как много. Вообще, я даже не представляю, сколько там уже собралось у Вечного огня. Надо будет посмотреть. А то любопытно аж. Ладно, идем дальше. Великая память всем погибшим. Другая часть вышла. Она перенаправлена. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас. Вас тоже. Да, да, да. Наверное, это сегодняшний день для вас очень знаменательный. Память все-таки. День Победы всегда. Да. Память всем погибшим. И вам большое спасибо за то, что за нас сражались. Спасибо. Хорошего вам праздника. Спасибо. Здравствуйте, а вы кому цветы несете? Кому цветы несете? Это мне подарили. С праздником вас. Все герои Советского Союза, это мой дядя, тоже герой Советского Союза. Да? Да. Великая память ему. Да, вечная. Как самочувствие, Андрей? Вот, ребята стоят в почетном карауле. Молодцы, ребята. Здесь вот такая вот небольшая выставка, посвященная Дню Победы. Оригинально. Тихенький уголочек такой. Да, классно. Читаем детям о войне. Да. Молодцы, придумали классно. С каждым годом все больше и больше что-то нового. Что-то новое и новое придумывают. Ну, классно, хоть что-то у нас в городе делается. Так, 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 интересненько. А что это, можно посмотреть? Можно, посмотрите. Так, ведущий терапевт. Наблюдение за диабетом. Это про медпункт? Это военный. Это нейрокогоспиталь, который... А. Телекесы. Понятно. Фотографии и вещи лично. Ничего себе. Даже носки есть. Это чулочно-носочная фабрика. Да. Которая была эвакуирована из Витебска. И в
вот выпускала хорошие пистолет, спички. Правильно, да, что-то может сделать, работала, нет, это уже даже вот здесь, да, громкость. Потрясающе. А тут вот такой вот стенд. Тыловой меликес. Здесь тыл был фронтом. Ты почитай там какой-нибудь? Да уж. Память всем умершим, погибшим за нас. Тысячи и тысячи девятнадцатых несут ответы своих родных, погибших в Великой Отечественной войне и не доживших. Вчера я приехал, сейчас Пашка, я здесь обратно. Бессмертный полк приближается. Дорогу освободите, сдвиньтесь немножко. Кирилл, что вам? Глава города Алексей Михайлович Кашаев, представитель руководства общественных организаций. Бессмертный полк, наша гордость, наша слава. А куда же? Я не заходил. Слава Богу!
защитника великой родины! Слава! Войны работает полевая кухня. С Днем Победы, дорогие димитровградцы! С большим и светлым праздником! Бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Здесь вот развлекательная часть данного мероприятия. Вот надувные батуты для детей, сладкая вата и так далее, и так далее, и так далее. Народу, конечно, много. Ого! Ощущаю себя муравьем в муравейнике. Это специально для детей, наверное, сделали.
так же. Чтобы им долго не стоять на месте одном, а там поиграть, повеселиться, сладости покушать всякие. О, шарики. Кто хочет, тот попить тут есть. Буквально-буквально рядышком. Нет, да-да-да. Попить, покушать, шашлыки на природе. Да, классно. Но я не буду ни пить, ни кушать. Я не хочу. Такое чувство, как будто тут весь город в одном месте собрался. Именно сегодня. О, вы не представляете, какой тут запах. А-а-а. Thank you.
случилось, брод уходит из-под ног. В этот раз я этот брод найти не смог. Потерял контроль уже на полпути. А кто из пулемета сквозь огонь и стужу мы прошли. Из лотка, товарищ, если не заваришь, так давай загрузим столом. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Покачуйте, с нашей полечуйте, с нашей повоюйте хоть угодно. Сцене коллектив «Домисолька», руководитель Яна Герасимова. Песня «Победа». Причем лечу и душу.
снова в гости, сознавайся, говорю, что за имя-то такое, я с тобою не шучу, она бы знала, что сказала, а пока я промолчу. И в огнях салюта, будто гром, запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту погибало 10 человек. Как понять и как осмыслить это? 10 крепких, бодрых, молодых, полных веры, радости и света, и живых, отчаянно живых. У любого где-то дом или хата, где-то сад, река, знакомый снег, мать, жена, а если не женатый, то девчонка, лучшая из всех. На 8 фронтах моей отчизны уносил войны водоворот. Каждую минуту 10 жизней, значит, каждый час уже 600. И вот так 4 горьких года, день за днем, не... Это детеныш. Какой молодец.